Здорово всем подписчикам моего канала, который называется Food Test. И сегодня наконец-то дошли у меня руки, и я раскошелился, и все-таки обозрею и попробую новый хайк, по-моему, лайм. Типа Citrus Beer Taste. Ну что-то типа того, по-моему, Citrus Lime, да. Он продается только в вот такой вот упаковке, мультипак, в 4 штуки, 4 банки, и больше никак. И это единственная преграда была для меня попробовать эту штуку, потому что пришлось заплатить за все. Хотя хочу одну попробовать. Вдруг это говно, зачем мне платить еще за 3? Но мне пришлось 58 гривен АТБ. Я все-таки раскошелился на эту парашу, и сейчас будем пробовать, стоило ли вообще на это тратить деньги. Хайк лайм, ну лайм, я надеюсь, все-таки это будет стоящее воззвание. Достаем баночку, не разрушив мультипачную упаковку, блин, ну чтоб держала банки. Короче, вот так выглядит. Типа банка. Довольно-таки неплохо. Зелененькая такая. Вот так мультипак. Надеюсь, она такая же зелененькая внутри. Открываем. Типа хайклайн. Наливаем. Так, ну... Вот пока оно льется, еще заметен какой-то зеленоватый оттенок. Когда оно уже налито, ни хрена его нема. Так, ну выглядит как пшеничное больше пиво. Мутное, непрозрачное. Как пшеничное. Пена довольно-таки высокая, молочная типа. Ну как довольно, средняя. Держится тоже средняя. Бывает и больше, и дольше. Это среднячок. Хотя для хайка, по-моему, довольно-таки неплохо. Это для тех, кто любит пену. Я не люблю, так что это меня бесит. Ну чё, она почти сошла, слава богу. И теперь я могу попробовать это пиво и сказать, блин, вообще надо было его покупать, или я просто просрал свое время и деньги. Ну чё. Знаете, есть обычный хайк. Такой. В оранжевой упаковке, по-моему. Он полное говно. Есть еще хайк в синей упаковке. Это хайк бланш. Они его немного улучшили и более-менее. Если еще и по скидке, то пить его можно. Я не скажу, что эта штука напоминает мне обычный хайк. Эта штука напоминает мне хайк бланш. Но мать его, где этот цитрус? Я его вообще не чувствую. И заплатил я за 4, мать его, банки. И тут 4,9 алкоголя. Не то, что я люблю. Не тот вкус, который я люблю. Не тот цвет. Вообще ничего. И мне пришлось заплатить 4 банки. Никогда в жизни не покупайте это говно. Полный отстой. Ну ладно, сейчас еще шанс дам тебе, твою мать. Не. Есть небольшой привкус цитруса. Типа, даже не знаю, лайм, не лайм. Вообще не разбираюсь в лайме. Никогда не пробовал. Но есть цитрусовый привкус. Очень-очень там, я не знаю, блин. Далеко-далеко в далекой галактике. Не знаю, не стоит это того, чтобы покупать 4 банки в мультипаке. Ненавижу такое говно, ненавижу мультипаки, полная херня. Если я захочу 2 литра пива, я куплю двушку, обычную пивную, и выйдет дешевле. Вот, вот это вариант, а это не вариант. Еще и, блин, ну да, точно, Абалон же делает. Вот козлы, блин. Точно знаю, что это говно покупать никто не будет. Поэтому и пихает их в мультипаки.
Не, само собой, я эту парашу не выкину, я ее все выпью, это все-таки деньги, мое время потраченное. Но я бы не сказал, что тут есть какой-то интересный вкус, интересный цвет, запах. Есть небольшой оттенок цитруса, но это, блин, не та фигня, за которую хочется, блин, платить 60 рублей за 4 банки, а потом их ими давиться. Нет, это не тот вариант. Мне это очень сильно не нравится и, если честно, очень довольно-таки сильно взбесило. Ну что поделать, обзор есть обзор, я должен был хотя бы попробовать протестить. Правда, прошло уже месяца 3 после того, как эта штука появилась в магазинах. И я только сейчас все-таки решился на покупку этой вот штуки. Может, потому что закончились разные другие штуки в магазинах, новые. Ну, есть как есть. Хайк, лайм, мультипак. Не вариант. Вот такие, вот такой вот вывод, блин. Вот такой вот он выглядит. Вот такая вот баночка. Вот такой вот я. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Жмякайте колокольчик. И до новых выпусков, до новых встреч. Всем пока. Я, как всегда, на страже новинок. Очень и не очень хороших. Все, пока.